Всем доброго времени суток! Надеюсь, вы отлично провели майские праздники и насладились Watch Dogs. Но я думаю, вы хотите узнать, что интересного будет в первом месяце лета. Знаете, я готов рассказать, что же там будет хорошего. Что нужно для хорошей MMORPG? Приятная рисовка, хороший звук, харизматичные персонажи и, наверное, интересная история. В WildStar все это есть. Действие игры разворачивается на планете Nexus, покрытой снежными равнинами, тропическими джунглями и пустынями. Игроки смогут отправиться в приключения и найти причины исчезновения загадочной расы алданов. Дата выхода намечена на 3 июня. В начале месяца мы окунемся в приключения не очень удачного полицейского в игре Murder Soul Suspect. Спросите почему? Ответ прост, его убили и он застрял в лимбо. Надеюсь, все знают, что это такое. В общем, главный герой по имени Ронан О'Коннор должен расследовать обстоятельства собственного убийства и заставить виновного ответить за содеянное. Дата выхода намечена на 3 июня 2014. Sunless Sea — это приключенческая хоррор-стратегия, в которой игрок путешествует по лишенному света миру на своем корабле, стараясь не нарваться на хищных монстров, не погубить свою команду и самого себя. Изучайте окрестные острова, узнавайте историю команды, погружайтесь глубже в историю игры и попытайтесь не сойти с ума. Дата выхода намечена на 17 июня 2014 года. Divinity Original Sin. Это изометрический приквел к Divine Divinity. В Original Sin игроки возьмут на себя роль восставшей из мертвых девушки, ставшей жертвой жестокого убийства и потерявшей память, и воина, избежавшего незавидной участи жить в вечных пытках и страданиях. Почему мне кажется, что я где-то это уже слышал? Дата выхода намечена на 20 июня 2014 года. В игре Autosport игроки участвуют в различных гоночных турнирах, пилотируя аутентичные гоночные и спортивные автомобили, гонщики борются за первенство в турнирной таблице. Каких-то нововведений ждать не стоит, учитывая, что разработчики лишь хотят вернуться к корням первой части. Дата выхода намечена на 24 июня 2014. Вы помните, как весело было растить в своем саду цветочки? Ну а как они убивали зомби? В Garden Warfare игроки выступают в команде растений или зомби, которые сражаются друг с другом. Растения, как и зомби, представлены в виде различных игровых классов, обладающих своими уникальными способностями. Дата выхода намечена на 24 июня 2014. Также выйдет дополнение к игре Company of Heroes 2. Она добавит в игру совместные сценарии, одиночные задания и бои против искусственного интеллекта. По своей сути, это та же игра, только немного дополненная. Дата выхода намечена на 24 июня 2014. Еще одна игра из серии трансформеров, а значит и еще одна попытка нажиться на популярности фильма. Но разработчики не унывают и продолжают клепать. Как и прошлые части, это экшен, рассказывающий нам о гражданской войне между автоботами и десептиконами. Во время противостояния был уничтожен родной мир обеих фракций, и боевые действия перенеслись на планету Земля. Дата выхода намечена на 24 июня 2014. Sniper Elite 3 — экшен, действие которого разворачивается в Северной Африке времен Второй мировой войны, а игроки берут на себя роль агента USS Карла Фейберна, проникшего за линию фронта, чтобы вести диверсионную деятельность против немецкой армии. Дата выхода намечена на 27 июня 2014. Игра представляет из себя стратегию в реальном времени. Действие оной происходит на далекой планете Серенады, а сюжет рассказывает о жестоком конфликте между тремя фракциями, сражающимися за драгоценные ресурсы планеты. Дата выхода намечена на июнь 2014.
Gear Solar HD. Это переиздание ролевой игры вида JRPG. Сюжет игры рассказывает о том, как молодой ботаник по имени Хостон вместе с двумя своими лучшими друзьями отправляется на поиски лекарственного растения для своего тяжело больного отца. Дата выхода намечена на июнь 2014-го. На этой веселой, а может и печальной ноте я вынужден с вами попрощаться. Пожелать приятного теплого летнего отдыха, а также желаю приятной игры. Ждите следующий выпуск ближе к июлю. Не забывайте комментировать под видео. С вами был, как всегда, Дезертир. До новых встреч. Удачи, ребятки.